Столичная ассоциация экспертов – это профессиональное сообщество воспитателей, учителей, заместителей директоров, целью которого является повышение качества образования на всех уровнях общего образования. В состав ассоциации входят эксперты по различным направлениям, что позволяет обеспечить преемственность оценки качества образования на разных уровнях в системах внутренней и внешней оценки. Что нас объединяет? Во-первых, единое понимание целей и задач ассоциации, оценка для развития. Во-вторых, каждый член ассоциации – специалист, подтвердивший свой профессиональный уровень результатами соответствующей диагностики. Мы все имеем опыт работы в системе образования и участие в городских проектах. В-третьих, все члены ассоциации прошли специальное обучение по дополнительной профессиональной программе. Каких результатов мы достигли за прошедший год работы? В рамках 3-го Московского международного форума «Город образования 2019» проведены мастер-классы по опыту работы и консультации для посетителей на площадке лаборатории дошкольника, более 5000 участников. Проведены тренинги педагогических команд по направлению качества дошкольного образования по заявкам московских школ. Проведена совместная оценка качества условий на дошкольном уровне образования в 118 дошкольных группах московских школ. Проведены встречи-презентации возможностей московской системы образования с регионами. Качество дошкольного образования в настоящий момент – приоритетное направление для ассоциации. Дошкольный уровень является основополагающим в системе общего образования. Качество дошкольного образования определяет дальнейшую успешность ребенка в обучении и жизни в целом. В дошкольном возрасте формируются предпосылки к формированию функциональной грамотности, которая необходима человеку для полноценной жизни в постоянно меняющемся мире. Создание мотивирующей среды – одно из ключевых условий достижения результатов. Нужны ли результаты деятельности ассоциации коллегам и общественности? Этим вопросом сопровождается любое мероприятие или идея ассоциации. Благодаря участию в проекте «Столичная ассоциация экспертов. Оценка качества дошкольного образования» мы смогли увидеть, как можно изменить привычную предметную среду в группе, которая будет развивать наших детей и вдохновлять их на творчество и инициативность. Сегодня родителей педагогов интересуют тенденции московского образования. Но мало знать. Важно понимать, какие механизмы ведут к результатам. Поэтому экспертный взгляд со стороны просто необходим. Какие перспективы и дальнейшие планы деятельности ассоциации? Инициация и проведение мероприятий, направленных на выявление и масштабирование эффективных столичных образовательных практик, включение в ассоциацию представителей регионов для обогащения и трансляции московского опыта. Хотите внести свой вклад в развитие системы качества образования? Присоединяйтесь. Ассоциация открыта к конструктивному диалогу со всеми участниками образовательных отношений.